ездил на научную конференцию в Казань, возвращаясь назад в Москву, услышал в аэропорту объявление о рейсе в городок моей юности. Маленький провинциальный городок. Оказывается, туда уже летают самолеты. Представляете? Подошел к кассе, обменял билет и через 1,5 часа оказался у себя на родине. Я все узнавал и не узнавал. Все неуловимо изменилось. Прошло ведь 30 лет. Я корил себя. Выговаривал себе. Тебя что, в родном городе с оркестром будут встречать? Очень ты ему нужен. Если уж честно, то и ты его тоже совсем не узнал. Вот разве что это. Разве что здесь. А может, и не здесь? Может, путаю я все, а? Незачем было сюда заезжать. Пролетел бы себе мимо. Вы не скажете, который час? 7:25. Подумать только. 1,5 часа лета и все. Отсюда ехал, 30 лет понадобилось. Обратно вы 1,5 часа. Вы не могли бы помочь? Вы не могли бы позвонить по телефону мужским голосом? Мужским? Угу. Наверное. Скажите, попросите, пожалуйста, Андрея, ладно? Ну, если вам так. Вы знаете, я сейчас подумал вот о чем. Ведь я, собственно, никогда не звонил девушкам по телефону. Когда я ухаживал за ними, телефона в широком смысле в нашем городе не было. А потом я уже уехал. Да, мы писали записки. Держи, держи. Так. Какой 243. 15. 43. Не подходит? Вы ждите. Да? Ну что ж, наберемся терпения. Тебя как зовут? Не подойдет. Она его не подпускает. Между прочим, я вот на этой скамейке когда-то на свидание назначал, если не путаю. Ой, она. Кто? Мама его. Ну и что? Господи, неужели она и про скамейку нашу узнала? Жуткая личность. А чего вы и так не пришли? Да она меня не знает даже. Просто считает, что любовь мешает таланту. Я пошла. Приключения. Вы знаете, я только с самолета. Вот вернулся через столько лет назад, ничего не узнаю. Возвращаться вспять безнадежное дело. А ведь у меня тут было много друзей школьных. Ничего про них не знаю. Анечка была. Такая тоненькая. Глазища серые. Или синие. Я уж и вспомнить не могу, какие у нее были глаза. Жаль. Впрочем, я все равно ничем не могу вам помочь. Аня. Аня. Я смотрю, я смотрю. Аня. Анечка. Ну, серые, конечно. Серые. Ну, соны. Скамейка и река. Просто голова закружилась. Ну, действительно, сон. Аня. Обошел весь город, ничего не могу узнать про наших. В справке исписал ворох бланков. С именами наших. На одном написала Анечка Романовская. Говорят, не проживает. Я Максимова уже давно. Ты помнишь Никиту Максимова? Никиту? А какой же это Никита? Ну, был такой года на два, моложе нас. Да? Маленький городок, провинция. Самые байки всегда уезжали отсюда искать счастье. Здесь было тесно, скучно, не взлететь. Оставались только те, кто очень любил наш город. Никита был директором городского музея. Он, в общем-то, его и создал. 1,5 года назад он умер. Послушай, Андрей, а ты где остановился? А нигде. Гостиницы мест нет, тут вы не отстаете от столицы. Да устроишь. Даже на один день проездом. Остановишься у меня. Андрей! Андрюша! Иди сюда. Садись. Познакомься. Андрей Андреевич Логинов. Друг моего детства. Хорош. Очень приятно. Мой сын Андрей. Пошел по твоим стопам, будущий ученый. Деточка, дозвонилась? Вы мне? Кто это? Это племянница моя. Я даже не знала, что у тебя в городе остались родственники. Для меня это совершенная новость. Поверь, для меня тоже. Детка, представься, ну что ты как воды в рот набрала? Лера! Андрей. Какая славная. Ваш дядя Лера остановится у нас. В гостинице нет мест. А вы приходите к нам в гости. Я убеждена, Андрей будет очень рад. Обязательно. Так что же произошло? Некий блудный сын возвратился во свояси, хотя его уже никто не ждал в отчим доме. Разве что вдруг неожиданным каким-то образом ожили давным-давно произнесенные слова, хотя уже, по правде говоря, не было ни тех, кто их когда-то произнес, ни тех, кто услышал. Во всяком случае, они так изменились, что им не то, что друг друга, им и самих себя было уже не узнать. Беспокоит судьба Андрея. У него действительно замечательные математические способности. Он даже выиграл несколько олимпиад. Как я мог тебя не узнать? А? Андрюш. Андрей! Андрей! Сейчас. Пойди открой. Здравствуйте, Андрей. Рад вас видеть, Лера. Ну, как у вас дела? Ничего, повышаю свой культурный уровень. Пожалуйста. Здрасте. О-о-о. У вас очаровательная племянница, Андрей Андреевич. Здравствуй, деточка. Веди себя хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуй, Лерочка. Ой, какая ты красивая. Спасибо. Я всю жизнь люблю домашние обеды, воскресные обеды, когда никто никуда не торопится, не суетится, а мужчины хоть раз в неделю узнают, что они едят. Минуточку. Знаете, я очень люблю заниматься хозяйством. Можно я вам помогу? Спасибо, Лерочка, все уже готово. Скажи, очарование это, Лерочка, да? Сомненно. Вот она бы заботилась о твоих умственных способностях. На завтрак бином Ньютона, на обед косинус фи, на ужин теорема Пифагора, неважно. Я всю жизнь мечтал о такой Лере. Ой, я вижу, Лерочка у нас уже совсем освоились, молодец. Ну что, прошу к столу. А где Андрей Андреевич? Андрюша, мы тебя ждем. Иду, иду. Совместные обеды очень укрепляют семью. Вы, наверное, отличница, Лерочка? Круглая. Круглыми бывают не только отличники. Прекрати, Андрей. Какая ваша любимая книга? Моя любимая книга – «Большая советская энциклопедия». А что вы скажете о словаре великорусского языка Владимира Дали? Вот и Андрей Андреевич в молодости тоже обожал энциклопедию. У нас с ней это семейное, правда? Ну что ж, с возвращением, Андрей Андреевич. Пусть даже и проездом. Спасибо. Ешьте, ешьте. Я очень старалась. Я за тех, кого уже я не застал, кого уже нет. А теперь за вас, Анна Вячеславовна. Ну как я мог тебя не узнать? Ваш дядя Лера просто златоуст. Андрей Андреевич гость, его право. Я не гость, я дома. Я вернулся домой. Буду жить в деревянном скрипучем домишке. С чердаком, с погребом, с табаком в палисаднике. С пузатыми кафельными печами, где так славно потрескивает дрова. Буду жить медленно, размеренно, читать толстые старые книги, гулять под грибным дождиком. И это почти правда, потому что мне именно так и хотелось бы жить. Ах, Андрей, ты всегда был мечтателем. Но делал лишь то, что было разумно и необходимо. Расчетливый мечтатель – это что-то противоестественное. Да, Андрей Андреевич всегда мечтал о высоком и значительном. И умел этого добиваться и добился. И ты, Андрей, мог бы у него поучиться и взять пример. Он добился всего, чего хотел. И не жуй, пожалуйста, когда с тобой говорят о серьезном. На серьезное много калорий уходит. И я горжусь тем, что когда-то в юности мы были друзьями. Весь наш город может им гордиться. За вас, Андрей Андреевич. Андрей, я прошу тебя, объясни ему. Расскажи ему о себе. У него как раз сейчас очень сложный переломный момент. Мама, давай не будем сегодня об этом. Он, видите ли, еще раздумывает. Он еще раздумывает? И не хочет ехать поступать в Московский университет, и все из-за мальчишеского детского увлечения. Мама! Когда ты поймешь, что я взрослый, я совершенно взрослый. Потом, мне здесь нравится, в нашем городе. Я понимаю, учебу, университет. Ну а что потом? Потом, как Андрей Андреевич приехать через 1000 лет, говорить печальные слова и выпить полбутылки коньяку. Извините. Но я не понимаю, зачем обязательно уезжать? Кому это нужно? Спасибо. Все было очень вкусным. Извините. Смешная какая. А чья это гитара? Висит себе, висит. Кто знает, когда доведется опять с ней встретиться. Я все утро бродил по городу. Было у меня такое чувство, как будто я что-то ему задолжал, не додал. Вопрос что? А я-то предполагал, что земля – это шар. Не с кем не было тогда посоветоваться. А я-то предполагал… Мы ждали парохода, он опаздывал, долго не приходил. А потом пришел, но ты все равно не уходил. И досиделся до того, что уже исходни стали убирать. Побежал, а гитару забыл. Ты помнишь то утро? Помню. Почему же ты не захотел повторить то, что сказал мне тогда Андрей? Да потому что чужой опыт еще никому не приходился впору. Мальчик сам должен сделать выбор. Его право. Это говоришь ты. Ты, который уехал навсегда, потому что это было разумно и необходимо, и добился всего, чего хотел, и даже сам знаешь больше, чего хотел. Ты говорил, я очень хорошо помню, что ты тогда сказал. Ты говорил, я должен, я не могу не уехать, здесь мне не взлететь. У меня есть моя цель, мое призвание, мой долг. Так и сказал, долг. И еще. Мужчина должен идти напрямик, наперекор всему. Только так он может выполнить этот свой долг. Ты очень убедительно тогда говорил. А я когда уже и ждать тебя перестала, когда ты уехал. За Никиту вышла, полюбила его. Я всю жизнь следила за твоими успехами, за твоими работами. Хоть понимать я их, конечно, не очень понимала, потому что всю жизнь математики дурочка была. А ты там, на своей горе, на которую шел и не оглядывался. Академик, профессор, лауреат. Ты о ком? И как не смешно тебе будет, как не нелепо. Я гордилась тобой. Я все статьи о тебе прочитала, все заметочки. Какое это имеет отношение? Для тебя это, может быть, и не имеет, а для меня. Ведь не стань ты тем, кем ты стал. Не добейся всего самого высокого, значительного. Ведь одно то, что ты уехал, для меня было и вовсе жестоко. И все эти 30 лет были бы для меня нестерпимой обидой. А так? Значит, ты все сделал. Правильно, значит, у тебя было на это право. И мне не в чем тебя винить. А ведь я тогда, 30 лет назад, собирался обязательно за нею вернуться. Я верил в это искренне, всем сердцем. Я ее любил, не мог представить себя без нее. В это я свято верил. Что же произошло? Что? Все ждал, вот встану на ноги. Тогда она приедет ко мне, все ждал, а потом закружилась, понеслось. Последний раз живую белку в зоомагазине на Арбате, наверное, видел. Перебирает лапками в колесе, торопится не опоздать бы, неизвестно куда. Да-да. Можно, Андрей Андреевич? Конечно, Андрюш, заходи. Вы сегодня улетаете? Да. Мама просила, чтобы вы со мной серьезно поговорили. Я полагаю, из опыта вашей биографии. Как еж, колючки наружу. Что вы, что вы. У нас дома у вас так часто стоят в пример. В 7 классе в сочинении я вас разбирал как положительного героя. Вы так упорно не хотите ехать в Москву. Почему? Из-за Ирины. Я это понимаю. И принимаю. Но ведь должны же быть какие-то еще причины. Другие. Для меня, Ирина, достаточно серьезная причина. А, конечно, конечно. Вы меня простите. Я наверное, выгляжу бестактно. Лезу не в свое дело. Андрей, каждый человек ищет себе место под солнцем. Ищет себе. Себе или свое, Андрей Андреевич? А вы, значит, свое. Не так легко узнать, где оно, твое место. Жизни может не хватить. Может. Может не хватить. А вы решили, что ваше место именно здесь, в вашем городе и нигде более? В нашем. В нашем, Андрей Андреевич. Почему обязательно уезжать? Зачем? Почему обязательно Москва, столица, столпотворение? Скажите, Андрей Андреевич, кто построил Московский университет? Новый, на Ленинских горах. Ну или, скажем, новый Арбат, или еще что-нибудь подающееся, высотное. А у нас тут ходит старичок, маленький, седенький такой. Галстук бабочкой с самого утра. Бенедиктов Борис Исаевич. Шустрый такой, за 80 далеко. Он полгорода построил, и все знают его. Что наш город... Своего лица не потерял, мы ему обязаны. И все это понимают. Да почему же не поучиться в Москве? А, мать просит, умоляет. Да не об учебе она печется. Университет для нее первая ступенька, старт. Только бы вывести нашего мальчика на орбиту. Университет, аспирантура, академия наук. Вот что она лелеет. С вашей легкой руки, между прочим. Да и не в этом дело. А в чем? Котельническая набережная, дом 1/5, квартира 240. А.А. Логинов, член-корреспондент, академик, лауреат. Ну что? Я же с ним даже не знаком. Это же тезка, однофамилец. Академик. У нас в Москве в телефонной книге 7 Андрея Андреевича Логиновых. Да я-то знаю. Отец перед самой смертью задумал в музее раздел «Наши знаменитые земляки». Ну и к вам обратился. Просил прислать фотографии, материалы. Пришло письмо, и все объяснилось. А она? Почему ты ей ничего не сказал? Не знаю, как вам сказать. Правда, не знаю. В тот вечер я долго думал о тьме тьмущей новых соискателей. В чем они похожи на нас, а в чем нет. Я всегда считал, что мы были самостоятельнее и увереннее, что ли, в жизни. Оказывается, нынешние ничуть не слабее нас. Только хотят они совсем другого. Добрый вечер, Лера. Мама, это не Лера, это Ира. Какая Ира? Что за тайна? Маленький невинный заговор. Ты Ира? Та самая? Значит, вы все втроем? Четвером. Ну, молодцы. Ну, ладно, Ира, Лера, какая разница? Она мне нравится. Мне тоже, мам. Мама, мы пойдем немножко прогуляемся. Идите. Теперь их у меня двое и ни одного. Ну что же, это неизбежно, закон жизни. С этим тоже придется смириться. Наверное, таких закатов нигде больше нет. Ну, для меня, по крайней мере. Нигде. Да. Вот ты опять уезжаешь. Но ты знаешь, все эти 30 лет я гордилась не только тобой, но и собой. Пусти я тебя тогда. Аня, я должен тебе сказать… Да, все, что нужно мне о тебе знать, я все знаю. Скажи, Андрей, вот если бы сейчас, давайте 30 лет, и мы с тобой сидим у причала. И утро. И сходни уже убирают. Что бы ты выбрал сейчас? В тот вечер в старом нашем парке над рекой, когда я уже навек прощался с родным своим городом, знаете, о чем я подумал? Сложилась моя жизнь вполне удачно. И доктор я этих самых наук, и лекции читаю не где-нибудь, а в Московском университете. Но в тот вечер мне вдруг пришло в голову, а не обманул ли я себя? И понял я вдруг, что никакой я не ученый, а учитель я, прирожденный, по призванию, школьный учитель. Тут бы мне равных не было. Тут я пистолотцы, я на Москаменский. Останься я здесь, в родном городе. Пусти я на всю жизнь корни в отцовскую землю. Учи ребятишек и радуйся чистой радостью тому, что кто-нибудь из них по праву, по таланту взлетел на эти самые горные высоты. А я его выписывал. Я выучил его летать. Кто знает. Ну вот. Думал проездом, а оно вон как обернулось.